Что-то еще мне не хватает. Не понял. Продолжительность зоны поражения. А, я знаю, что у меня стояло еще. Я просто вчера куда-то ходил и по-быстрому поменял моды. Что я ставил? Вот это я ставил. Куда я хотел? На мобильную оборону B1. Кто игнорит? Тебя кто-то игнорит? Ну, так выскажи ему все. Он же все равно игнорит. Нехороший человек. Так, я пока загуглю. Не ошибся ли я? Вектис Пруми. Вектис Пруми, Warframe Вики. Чертеж, мобильная оборона 1. И мобильная оборона 3, мне нужен будет приклад. Ствол есть, приемник есть. Вот. Оп, я первый. Ха-ха-ха. Жим. А, вчера этот приемник или приклад. Короче, какую-то часть... Ой, я убежал. На зачистку B4 ходили, там 10 ключей пацана было. И вот за эти 10 ключей мы наконец-то и выбили что-то от Вектиса. На B4. И у меня Сарина не было, я тупо фростом бегал, на ульту ультовал. И все. Идешь такой, бежишь, ультанул, все сдохли. Дальше бежишь, ультанул, все сдохли. О, хрома. Целую минуту надо будет. Ничего не делать. Основа Эша. Можно было бы. Но я не знаю, сколько у меня ключей. Опа. За кем-то пришли. Я какаха. Окей. Это же сталкер. Сталкер, да? Сталкер. Что у меня за сленг пошел в последнее время? Восемьдесят-сто? О, как раз хотел узнать, сколько его можно загнать. А система Локи уже не тащит, да? Раньше же ее за 140 можно было продавать. Ох, я помню, у меня 3 системы Локи валялось. Оп, увидел разговор в чате, что она стоит 140, 100 платины. Ну, я на радостях и продал 3 штуки подряд за 140. Я не помню, откуда у меня столько было этих систем. Но то, что они были, это хорошо. Не, ну я же Вектис фармлю, какая оборона?
Мне на мобильную оборону надо будет идти. За какой-то деталькой. Лили. Я не понял юмора. Блин, мобильная оборона самая скучная миссия в бездне, честно. Зачистку можно проходить, пытаться быстрее. Перехват можно пытаться больше раундов пройти. Выживание больше выстоять, оборону больше выстоять. А мобильная оборона что? Никакого челленджа. Основной чертеж. Я не помню, у меня от Вектиса осталось... Да, по-моему, основа, она, по-моему, как раз здесь на мобильной обороне 1 падает. И еще какая-то деталь, она на мобильной обороне 3 падает. Но, блин, зная как... Раньше... Ну, короче, там 5% я вроде читал, шанс выпадения. Ох, задолбаюсь я... На эту мобильную оборону третью ходить. Я прям чувствую. Прикладик. Бум. Даже саботаж интересно. Вот чисто если делать нечего. Пати ходить не хочется. Я беру саботаж, иду в соло, ищу ящики. Правда, потом уже начинаешь запоминать примерно их местонахождение в зависимости от комнаты. Уже не так интересно. Кланам? Ну, гоу. Всем кланам. Чё, клан можно вообще в эту бездну перенести. Будем здесь жить. Оккупируем эту бездну и скажем, чтобы за крышу нам платили чертежами. А если возражать будут, то будем сражаться. Все равно в итоге будем получать награду за сражение. Одни плюсы. Меня пригласили фул пати, куда вы еще тут влезете, я не знаю. Давай, 15 секунд, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Давайте отдадим дань уважения нашему песику. Ура! Можно убегать. Тун-тун-тун-тун. Ох, я помню, раньше тебе до это место проходил. Прыгнул, и все, и ты в другом конце вселенной. В масштабе этой миссии. Блин, я хотел... Во. Меня какой-то нехороший человек приглашает. Я боюсь. О, Вектис Прайм. Что-то написали в отряде. Написали О и скобочка. Почему мой Фрост ультанул за черным экраном? Это он сейчас нервы так отдал? Я не знаю, кто это. Теперь мобильная оборона 3. С первого раза. Так это было 1. А сейчас 3. Короче. Вектис. Руми.
Вести Пруме? Нет. Вектис. Меня ненавидит. Подумаешь. Вот кто в теме. О, пацан ливнул. Югрус. Я так понимаю. Короче, свободно место. Давайте, кто там хочет. Разные слова. Ну смотри, не переусердствуй, сейчас нафудишь и полетишь в бан. Ох, как мне нравится банить единственных людей, которые смотрят этот стрим. Что я хотел сказать? А, то, что меня ненавидит. Вот, и кто в курсе? Кто знает, что такое арта в танках? Вот там я, да, вот столько оскорблений слышу. А здесь... Пфф. Так. Опа, 7-й ранг Валькирия со страхом, отчаянным, кронем, вирмом и омоложением. Успех. Блин, я вот все время мечтал, когда разработчики для Валькирии сделают хвост. Они же сделали ей оковы Валькирии. Но почему они не сделали ей хвост? Ну, как Сандана, я не понимаю. Даже, блин, это так очевидно. Ее анимация явно намекает на то, что она кошка. Ну, или из породы кошачьих. Это же было круто. Няшка с хвостиком. У нее? Так это она? Это? Это она, да? Или она? Оно она? В общем, Розен Пёрпл. Простите за мой немецко-английский язык. Будет скин с хвостом? Да ладно, мои молитвы были услышаны. Серьезно, я как ее вкачал, подумал, блин, это ж так очевидно, хвост для Валькирии. Я оно. Ладно, а сейчас без шуток, ты она или он? Ники. Давай. Ты человек... Ну, это понятно. Только загрузилось. Так давайте, чё вы... Я туго думаю, и до меня туго доходит. Это она, да? Не оно? Лили. Так все-таки она. Просто в таком случае у меня есть деловое предложение, которое... упростит наш путь в топы Твича, как бы это напыщено.